день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня посмотрим с вами украшение от компании Vega. Серебро 925 пробы с чернением и натуральными камнями. Все есть на нашей виртуальной витрине. Также принимаем заказы Viber, WhatsApp. Есть у нас группа ВКонтакте. И есть у нас Инстаграм. И наша группа в Одноклассниках. Думаю, найдете, где заказать в любом удобном для вас месте. Если кто пропустил бегущую строку, данные все для заказа в описании к видео. Я вам сейчас покажу несколько комплектов. Веги на самом деле побольше, это лучше, конечно, на виртуальной витрине смотреть, если вы хотите все-все по наличию увидеть. Начнем мы с комплекта 252, артикул у него. К нему можно подобрать браслет, вот такой. Замечательный артикул браслета, тот же 252, это комплект Онега. 252-4, если вы прямо ищете на витринке по артикулу. Этот комплект у нас идет с аквамарином, натуральный аквамарин в серебре, 925 пробы. Здесь небольшая дорожка из фианитов, очень хорошо занижены замочки. Видите, натуральный аквамарин. У Веги всегда шикарные комплекты, конечно. Средний вес серег 7,72 грамма. Цена комплекта 5000. Серьги вместе с кольцом. Размер кольца 18,5. Если догарнитурить браслетом, артикул 252-4. Сейчас поближе. Вот такой браслет с аквамаринами. Замочек удобный, коробочка по типу часового. Замки прям тугие, так что первый раз будете открывать, смотрите аккуратнее, ноготочки себе не поломайте. Замки прям очень еще не разработанные. Также здесь фианитики, шикарные браслеты. Средний вес 28,4 грамма, длина 19 сантиметров, цена 9,620. Следующий комплект. Этот же комплект Онега, артикул 252-1. Так. Здесь наоборот есть серьги. Ну, можно и так. Здесь у нас идет хризопраз. Зеленый яркий хризопраз. Также все остальное. Дорожечка из фианитов. Очень аккуратные серьги. Немножко напоминают, да, какие-то французские старинные украшения. Смотрите, как хорошо. Можно вот так, можно, да, от себя. Средний вес серег тот же. Цена с хризопразом 3900. Очень прям вкусненькая цена. 3900 за комплект. Размер здесь 18,5. И опять же можно догарнитурить браслетом. Браслет артикул 252. Длина 19 сантиметров. Замочек коробочка по типу часового. Все браслеты гладенькие. То есть здесь они ничего не цепляют, ни колготки, ни свитера. Здесь все, видите, очень гладенько завальцовано, сделано. Так, с хризопразом цена 7020 рублей. Аквамарин получается, конечно, самый дорогой среди поделочных таких камешков. Есть этот комплект с аметистом, артикул 252-2,
И опять же есть к нему браслетик. Аметист здесь темный такой, густой, достаточно непрозрачный. Вот, смотрите, какие аметисты. Так, артикул сказала. Цена также 3900 за комплект. Кольцо в комплекте 19 размер. Браслет. Артикул 252. Густые аметисты. Полупрозрачные. Дорожки из фианитов. Смотрите, какой красивенький браслетик. Аметисты прям подобраны хорошо по цвету. Потому что у веги бывают аметисты такие, знаете, да, прозрачные-прозрачные совсем. А тут, смотрите, густые. И все равно старались в цвет попасть. С аметистом цена 7020 рублей. Размерчик 19. Здесь, если только уменьшать, можно вот звено убрать. Потому что они все идут одного размера. Так, следующий комплектик у нас с лазуритом. Это комплект Мика, артикул 245. К нему тоже можно подобрать браслет. Это будет полностью комплект. Давайте сначала комплект. Комплектик совсем не крупный. Небольшие лазуриты. Здесь они идут с золотистыми такими вкраплениями. Я думаю, будет видно. Сережечки чуточку занижен замочек. Английский замок. Средний вес серег 5,74 грамма. Цена комплекта 3,250. Очень хорошая цена. Можно даже в подарок. За 3000 с натуральным лазуритом. Размер кольца здесь 18. Так, и браслет. Артикул 245. 245B-2. Замочек, опять же, коробочка. Широкая. Тугая. Будете даже закрывать. Прям придется приложить вам некоторые усилия. Натуральные лазуриты. Тоже все гладенько. Не цеплючее ничего. Здесь получается вот такие звенья. И между ними лазуриты. Размерчик 17,5. Да, не больше. Цена 5720. Так, далее. Комплект Каберне с малахитом. Артикул 3058-4. Натуральный малахит. Смотрите, какая красота. Из этих комплектов последний остался. Так, кроме малахита у нас здесь не написано, но здесь еще стоит топаз и зеленый празиолит. Зеленый аметист, прошу прощения, празиолит. И вот здесь цветные фианиты. Замочек английский бублик. Эта часть подвижная. Шикарный крупный малахит. Камни все на просвет, не завальцованы, не залиты. Средний вес серег 18,96 грамма. Цена комплекта 6,950. Смотрите, какая красота. Крупное кольцо 18,5. Следующий комплект Эридан. Идет он с принитом.
артикул 4056-8. Осталось 2 с принитом и самозанитом. Сейчас покажу. Никаких здесь других вставочек нет. Натуральный принит. Серебро, собственно, и все. Замочки английские, занижены. Эти части подвижны. Принит очень удачно. Видите, он весь на просвет закреплен. Очень хорошо смотрится все шикарно. Средний вес серег 10-26 грамма. Цена всего комплекта 5530. Так, колечко смотрим по размеру. Кольцо в комплекте 18. Ну да, все в размер в основном у Веги. Так, и самозанитом. Этот же комплект Эридон. Артикул 4056-5. Амазонит. Амазонит, конечно, поярче смотрится. Ну, сам камень такой. Средний вес серег тот же самый. 10-26. Цена 5530. Кольцо в комплекте 18,5. Побольше замочки. Кольцо, в смысле, побольше. Замочки те же самые. Очень красивый камень. У Веги всегда шикарное качество. Закреплено все хорошо. Все прям на века. Далее. Комплект Радикал. Опять же, остался последний. Ждет хозяйку. Артикул 440-4. Остался он с хризопразом. Без всяких тут, без фианитов. Опять же, без всего. Без дополнительных камней. Крупный овальный хризопраза кабошончиком. Густого насыщенного цвета. Замочки английские. Чуточку занижены. Здесь жестко все держится. Смотрите, какой яркий, сочный цвет. Прям уже захотелось весны. Средний вес 12,1 грамма. Цена 4,750. Высокое кольцо. Смотрите, какая прелесть. Очень достаточно простая оправа, да? Зато смотрите, как все это сделано и смотрится хорошо. Далее. Комплект Колизей с кораллом. Опять же, остался последний. Артикул 491-3. Ну, какая красотища. Яркость. Классика, классическая корзиночка. Ярко-красный алый коралл. Английский замочек. Полупетля. Тоже жесткая здесь цепочка. Ничего не болтается. Все аккуратненько, шикарно, красиво в лапках. Шикарный блеск. Средний вес серег 10,58. Цена комплекта 7,150. Колечко в комплекте. Смотрите, как высоко все посажено. Все камни на просвет. Колечко в комплекте 18. Следующий комплект. Танграм с аквамарином. Артикул 726-2. Опять же, из танграмов тоже последний комплект. Так, здесь у нас аквамарин. Смотрим, что еще вставлено. Топаз, хризолит, турмалины. Это вот то, что вокруг идет. Ну, топазы видно голубенькие, хризолиты салатовые и далее турмалины. Шикарный, конечно, опять же, аквамарин подбирают. Очень хорошие крупные замки на любую мочку, занижены. Замочки английские. Средний вес серег 10,76. Цена комплекта 8,450. Как я всегда говорю, девочки, идем клянчить
к мужьям, сыновьям, кому-нибудь. Ну, такую красоту, тем более он последний. Все, почти вегу поразобрали. Так что вот остатки сладкие. Размер кольца 18. Повторюсь, это комплект танграм. Далее, комплекты ибирис. Осталось два. Артикул 706-7. Это комплекты мульти. Их несколько камней всегда, так скажем, подобраны со вкусом. Здесь у нас, так, сейчас я попытаюсь поближе, здесь у нас лабрадоры синей ризации, тигровый глаз и стоит здесь апатит. Это у нас апатит и цитринчик. Очень хорошее сочетание, красный такой, ой, коричневый, красного, коричневого, серовато-синий, благородные такие оттенки. Средний вес серёг 13,88. Лабрадор здесь, конечно, прям к месту. Он и в коричневый, да, в сероватый уходит, и вот в синий с апатитом. Занижены замочки, очень приличненько. Так, вес сказала. Цена комплекта 7,280. Кольцо в этом комплекте прям какое-то большое. 19-й. Колечко. Вот смотрите, какая красота. Тут и цветочки, и листочки. 19-й размер. И остался этот комплект вот с таким нежным принитом. Артикул 706-6. Этот вот прям вот, да, тоже весенний. Такой, смотрите, нежненький. Здесь, значит, у нас идет принит натуральный, лунный камень и лимонный кварц стоит. Так, средний вес тот же, 13,88, цена 7,280. 19 размер также остался. Смотрите, какой сочный, прям молодая зелень. Замочки, все то же самое. Колечко, повторюсь, 19 размер. Далее. Так, побольше кольцо. Артикул 270-2. Это комплекты будут легато. Так, тут у нас идет аметист. И цветные фианиты под цвет камушка. Ну, здесь сиреневато такие, розовенькие. Хороший тоже комплектик, потому что кто не любит крупные серьги, вот тут прям серьга как надо. Она садится на мочку, замочки занижены. Аметист опять же густой такой. К нему, кстати, тоже можно и вот этот браслетик скомпоновать. Здесь аметисты прям в цвет. Так, средний вес серёг 11,76. Цена комплекта 6,300. Кольцо в комплекте 20-й аж размерчик. Большие обычно быстро разбирают, а тут вот еще осталось. Так что, кому надо, сразу присмотритесь. Этот же комплект с хризопразом. Артикул 270-1. Хризопраз. Цветные фианиты здесь получаются такие коричневатые, салатовые, зеленые. Тоже очень по цвету удачно. Браслетик можно к ним. Замочки все то же самое. Здесь, причем, видите, во всех серьгах они чуть-чуть к низу изогнуты, чтобы как будто немножечко мочку снизу обнимать. Средний вес серег тот же самый, 11,76. Цена с хризопразом 5,330. Колечко в этом комплекте 18,5. Далее, и этот же комплект с самозанитом. Артикул 270-3.
И они-то здесь голубоватые, белые, салатовенькие, опять же, чтобы оттенить немножечко сам амазонит. Очень ярко, сочно. Мне сегодня на весну тянет, мне опять весеннее небо вспоминается. Видно, устали от зимы. Немножко хочется весны. Ну, правильно, Новый год прошел, давайте уже, говорит, весну. 8 марта и все такое, подарки. Так, с амазонитом цена 6300. Кольцо с амазонитом в комплекте 19. 19 размер. Далее. Следующий комплект. Валиона. Артикул 718-1. Так, есть их несколько. Три штучки осталось. Сейчас покажу. Этот идет просто с кораллом. Здесь коралл. Так, а второй что у нас стоит? Зеленый аметист, празеолит. Это вот этот вот. Сейчас мы сфокусируемся вот здесь. И два ярко-ярко прям красных алых коралла. Не хочет правильно комплект разлучаться. Замочки здесь бублик английский. Камешки все открыты. Вот такая вот площадочка. Видите, разные рифления на ней. Средний вес серег. 21,84 грамма. Да, достаточно тяжелые. Цена комплекта 7800. Большое здесь кольцо, крупное, широкое. Смотрите, какая красота. Так, кольцо в комплекте 19,5. Но берите на половинку больше. Видите, я меряю на 19. Оно и на 19,5 подойдет. Просто вам будет поудобнее снимать, потому что оно все-таки достаточно широкое. Вот на 19, видите, как я одеваю, снимаю. На половиночку возьмите побольше, не пожалейте, так скажем. Так, этот же комплект, вот сейчас посмотрим, какой размер сразу. Этот же комплект с лабрадором, артикул 718-4. Два лабрадора разного свечения, очень хорошо вставлено. И лимонный кварц. Видите, здесь по лабрадору зелено-салатовому, а вторые поставлены более в синий. И получается как будто разный эффект разных камней. Средний вес серег тот же, 21,8. Цена с лабрадорами 8,390. Смотрите, видите, у них разные совершенно свечения. И лимонный кварц опять же оттеняет. Видите, он попадает в один оттенок. Шикарно. Смотрите, вот надо так еще подобрать, чтобы все это хорошо сочеталось. Лидии Григорьевне отдельное спасибо. Так что она следит за каждым изделием, мне кажется, как родное дитя для нее. Размерчик 18. Вот я и говорю, вот у меня 18. Видите, одеть я одену, но немножечко будет трудновато снимать. Особенно, когда дома, допустим, в тепле, в помещении будет чуть-чуть. Так что половинку все-таки я советую больше, а там смотрите сами. И этот же комплект в третьем варианте. Артикул 718-3. Здесь лабрадор. Кошачий глаз. Тигровый пишут, а не глаз. Суть одна. И цитрин. Сейчас фокусируемся. Лабрадор таким салатовеньким свечением. Без голубого. Цитрин и тигровый глазик. Тоже очень хорошо смотрится. Такая цветовая гамма. Осенняя, коричневая. Цена 8,390. Колечко здесь 19,5. Вот на 19 оно идеально, чтобы было не тяжко снимать. Так, еще два комплекта сесиль осталось у нас. Давайте все-таки сюда. Я уже просто намерилась всего. Артикул 711-5.
Осталось два комплекта. Этот у нас идет амазонит, принит, топаз. И что здесь у нас еще? Лимонный кварц, хризолит. Так, ну лимонный кварц, хризолит видим. Топаз, амазонит, принит. Опять же, очень удачные наборы. Они такие прям нежненькие. И когда сочетание нескольких видов камней, очень хорошо смотрится. Заниженные замки. Камешки все не закрытые. А на колечке тут еще цветочки, лепесточки. Видите, цветочек с серединкой из топаза. Так, цену. Цена 8260. Размер пишут 19,7. Ну, собственно, значит, так оно и есть. Даже вот на двадцаточку я его потихонечку, так скажем, надела. И этот же комплект Сесиль, артикул 711-6, лабрадор с зеленоватым свечением. Он прям такой зеленый. Так, что у нас здесь? Солнечный камень, цитрин, гранат, хризолит. Ну, солнечный, видимо, он прям уже золотистыми искорками играет. Цитрин, гранат, хризолит. Все в ассортименте. Это напоминает мне, знаете, уже такой какой-то лесной. Тут тебе и зелень, и цветочки разные. Солнечный, смотрите, как искорками играет. Замочки те же самые. Цена 8260. И колечко в комплекте. Колечко в комплекте. Вот 19. Смотрите, какая красота. Еще раз, данные все для заказа под видео. Есть у нас свой сайт nefertitijewelry.ru, виртуальная витринка наша. Есть у нас WhatsApp, Viber, группа ВКонтакте, Instagram и Одноклассники. Ждем ваших заказов и особенно комментариев. Надеюсь, вам все понравилось. Всем отличного дня. Спасибо, что смотрели. Всем пока-пока.